В этом году в Майском районе в рамках программы развития предпринимательства 50 человек получили безвозмездные гранты на сумму 61 миллион тенге. Жители, которые прошли месячное обучение и составили хороший бизнес-план, получают такую возможность через центр занятости. Подробнее в материале корреспондента. Диляра Мухамеджанова, 18-летний молодой специалист, после окончания учебного заведения обратилась в отдел занятости, где ей помогли найти работу. Сейчас она трудится в цехе по изготовлению пельменей у индивидуального предпринимателя. Пошла в центр занятости искать работу, и меня прислали сюда. Теперь я работаю здесь, готовлю пельмени, манты, шужук и фарш. Все делаем своими руками. Благодаря государственным проектам развития предпринимательства АУ ЕЛБСГ и контракт поколений сельчанам помогают трудоустроиться и открыть свое дело. Эксперты центра занятости говорят, что половина из 50 предпринимателей – молодежь. Жителям села Сате, Каратерек, Жумаскер, принявшим участие в программах, выделен безвозмездный грант в размере 1 миллиона 225 тысяч тенге. Грант алушин. Чтобы получить грант, они сначала проходят обучение по бизнес-бастау, а затем получают сертификат. Он действует 3 года, и в этот срок предприниматель может претендовать на получение государственной помощи. После этого наша районная комиссия рассматривает и выбирает лучших кандидатов. Эти программы продолжатся и в следующем году. Особое внимание будет уделено проектам, направленных на благоустройство села. Ермек Сапаров, Айгерим Токпанказы, Досанбек Токай, Ертыс Акпарат из Майского района.